Всем салют, всем привет! С вами Андрей Доцент, и это Star Wars The Old Republic. Мы продолжаем. Нам необходимо остановить, напасть на планете ВОЗ под названием Банда Гормака, устранить их лидера, чтобы обезопасить, местных жителей от этой угрозы. И нам необходимо... Что сделать еще? Необходимо нам... Как-то переманить мистиков на свою сторону. Ну что, мы будем всячески пытаться, мы будем всячески стараться, и надеюсь, у нас это получится. Ну а пока у нас в данной локации есть задание. Нам необходимо найти лидера местной группировки. А вообще, наверное, планетарной, потому что банда Гормака, она... по всей планете распространена, и именно здесь, в данной локации, в данном подземном сооружении находится лидер этих ребят под названием Джакул. Он находится где-то здесь, в своей крепости. Нам необходимо его найти и убедить, наверное, его остановить эти ужасные, злодеяния. Но если он, конечно, не согласится, тогда мы применим более, грубый подход. Световой меч всегда наготове, не будем про это забывать. И входим в задание групповой фазы. Других игроков здесь не будет, поэтому все, что здесь будет, как говорится, все мое. Так, в принципе, мне этих ребят трогать-то незачем, поскольку за доп-задание здесь дают у нас нынче только опыт, даже деньжа не отстегивают. Поэтому будем просто двигаться к своей цели. Необходимо встретиться... О, ВОЗ-команда. ВОЗ-команда, так. Гормак, бойцы Гормака. Прыжок. Ослепить. Так. И раз. Отлично. Так. Скорж на себя там взял одного, отвлек. Молодец. А мы займемся главными силами. Ты же сдохнешь ты или нет, а? Так. И остался еще один воин. Надеюсь, Скорж там разобрался. Нет, да что ж ты с ним возишься-то, а? Раз. И два. Так, отлично. Мы с ними справились. Тут с нами местный отряд... Извоз под командованием Ротца, видимо, на подмогу прибыли. Ну, давайте посмотрим, что они скажут. Так, чужеземец, хорошо, что ты здесь. Я веду небольшой отряд здесь, мы разделились под землей. Гормак нас ожидает, так что мы будем готовы. Нам необходимо перегруппироваться. Есть какие-нибудь идеи? Другой отряд находится тоже внутри. Они докладывали об охранных системах, оружиях, ловушках, но мы потеряли с ними контакт. Гормак имеет хорошую защиту. И нападение, возможно, будет для нас очень тяжелым, так как они будут очень хорошо сопротивляться. И отключение этих систем, мы отвечаем, должно быть, не будет очень легкой задачей. Гормак довольно любит свои технологии. Ну да, они охотятся на других командос. Опа-на, что такое? Так, Ратса, Гормак, мы окружены, отошлите помощь. Все. Это другой, видимо, отряд был. Эти командосы не избежали своей участи. Они знают цену победы. Ты должен атаковать и убить Джакула. Так, я могу выбрать. У меня два варианта развития событий. Либо я выбираю светлую сторону силы и говорю, что мы спасем команду сначала, потом атакуем. Либо мы атакуем сейчас же, но это будет темная сторона силы. Скордж, как всегда, приветствует темную сторону и не согласится, если мы выберем первую. А мне плевать на его мнение, мы выберем первую. Мы светлый рыцарь-джедай, а не темный лорд сил. Я не оставлю воссов умирать там. Ты рискуешь поражением. Команда с недалеко. Должно быть, мы сможем даже успеть. Мы продолжим нападение. Двигайся быстро. Так, где командосы? Ага, командос где-то тут. Так, давайте их спасем. Кстати, что у нас там с показателями светлой стороны? 10 тысяч. Только когда у меня будет 10 тысяч очков светлой стороны, только тогда я смогу получить 5-й уровень светлой стороны и выбрать уникальные реликвии, которые у меня есть в цитадели. Я их уже не знаю сколько отложил там, но пока у меня не будет нужного уровня, я ни черта не смогу сделать. Ты сдохни ты. Так. Ох, сейчас бомбанет походу.
Опа! Минус. Ах ты скотина. Так. Отлично. Ну, сейчас мы тогда с вами разберемся. Тут. Ох ты! Достижение даже какое-то дали. Так. Ну и осталось с этим разобраться. Эдикейтор какой. А, эрадикейтор. Гормак. Нет, мы никого здесь не оставим. Будем стараться изо всех сил. Мы ведь абсолютный свет как таковой. Самое что ни на есть рыцарь и джедай, и мы должны помочь всем нашим ребятам, нуждающимся. Мы никого не оставим в беде. Пока световой меч в руках, мы дадим бой. Так. Ага. Победить стражи Гормака охраняющих. Сейчас все сделаем. Так. Ага. Давай. Так. Отлично. То есть сначала, чтобы выполнить задание, я должен сначала убрать этих стражников. Ну, сейчас, в принципе, с ними разберемся. Где вы там? Вот вы где. Меч бросай. Так. Есть. Отлично. Нравится мне комбинации боевые, которые я вытворяю. Сам в шоке. Так. Эффектно довольно звучит. Взрывай нафиг все. О, классно. Так. Вон. Нет. Это не то. Раз. А, ага. Нет, это не эти ребята. А кого ж тогда мне убрать-то? Понятно. Придется, значит, с вами возиться. Ну ладно. Значит, так тому и быть. Так. Все. Теперь надо клетки освободить. Так, открыть клетки. Как это сделать-то? А, консоль. Ох, сейчас чувствую, открою, и тут такое, такая мясорубка начнется. Не знаю, не убили бы их. Ладно, давайте откроем. Так. Одну кнопку нажал. Молодец. О, воссы. Лучше бы не открывал. Так, спасибо тебе, чужеземец. Гормаки хотели нас убить. Я думаю, что они нас убьют. Радеса нужно подкрепление, и мы будем дальше сражаться. Отлично. Так, значит, нам нужно двигаться назад. Двигаться назад и продолжать наш бой. Так, ну что, этих что, тоже уберем? Да давайте уберем, в принципе. Чего они стоят? Валить так всех. Да фиг ты применишь свою способность. Так. И еще раз. Давай. Опа-на. Так. Двигай. Вон, вы гляньте, какой радиус. Мы сейчас, по-моему, это задание бонусное при любом раскладе выполним. Так, а здесь необходимо подкрепление. И нам необходимо вступить в конфронтацию с Джакулом, лидером этой группировки. Вполне возможно, что он будет там. У меня такое чувство, что здесь своего рода может засада. Так, стойте. Я что-то не понимаю. Я там, где надо или нет? Бляха-муха. Походу, надо было назад идти. Да. Идем назад. Карта не очень точная, поэтому видите, вот к чему все приводит. Придется бежать в обход. Можно было, в принципе, и с той стороны, но, по-моему, там было бы и дольше, и длиннее, и смысл. У меня такое чувство, что это не последняя контрольная точка в этом задании. В конце концов, надо разобраться с этой бандой. А то она уже тут всем порядком надоела, знаете ли. Это банда гормаков. Так, ну аккуратненько пробежим. Хотя, ребята, убить вас что ли? Да ладно. Бляха-муха, думал, пробегу, нет. Ну, сами напросились. Были у меня сомнения, ребята, но вы их все развеяли, когда нажали на спусковой крючок. Опа-на. Так. Ну что, бить будем?
Так. И еще раз. Отлично. Все, погнали. Так, нам направо. По всей видимости, откуда-то спускается, да, у нас? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Глянем, что тут у нас. А-а-а. Смотрите, там какой-то трон. И вот, видимо, Джакул. Местный босс. О, смотрите, наши ребята его окружили. А, нет, смотрите, нифига. Они взяли его на прицел, но нифига. Ну-ка, нифига себе, он бронированный. Гляньте, на нем оружие столько. Вос, вы атаковали наши силовые генераторы и уничтожили наше оружие. Вы убили многих гормуков здесь. Ты хотел уничтожить Воска. Ты заражен порчи. Спасайте свои... сохраните при себе свою ложь. Вы пришли сюда, чтобы уничтожить нас. Но я величайший воин Гормака, и вы пойдете. Ты уже проиграл. Все кончено, Джакул. Сдавайся и сложи оружие. Только воссы могут думать о том, чтобы сдаться. Ты сражаешься за воссов. А, мы сражаемся с ними годами. Ты действительно думаешь, что тебе хватит навыков нас остановить? Я могу видеть будущее. Я знаю, что ты пришел в Гормак Кос. Я знаю, что ты пришел сюда, чтобы убить меня. Это невозможно. Если ты знал, что мы придем, почему ты нас не остановил? Идиотский воз, ты думаешь, что ты здесь потому, что ты великий воин? Ты спас слабых воссов от моих воинов-гормаков. Так, и они заперты между защитами системы Гормака. Короче, похоже на ловушку. Так. Раца! Защитных Гормаков слишком много. Мы не можем, мы должны отступать. Гормак говорил нам, что придет. И он это видел. Только мистики знают, что будет. И Гормак видел. У него тоже есть видение. Ты чё, Гормак мистик? Воссы думают, что они знают все. Воссы думают, что гормаки слепы. Я видел ваши слабости, воссов. Я видел, как мои воины останавливают их. И я видел тебя тоже, Восс. Я знал, что ты убью тебя и всех твоих воинов. Ты проиграл. Чёрт из два, я проиграю. Так, сначала стражников валим. Да приди ты в себя. Так. Ослепить всех. Так. Отлично. И раз. И два. Нифига себе, Юкулу, походу, без меня навтыкали. Я даже его не бил. Так, ну давайте поговорим. А этот стоя сдох. Ну чё, Юкул? Ты думаешь, что я боюсь смерти? Я король Гормаков. Как ты смеешь стоять передо мной, когда я отправился на кошмарные острова? Тьма проникла в мою голову, показала мне воссов. Я видел прошлое воссов, будущее воссов. Я видел заражение воссов порчей в темном сердце. Да, должно быть, вы и воссы хотите остановить свои видения. Все воссы заражены порчей, должны быть уничтожены. Я умру счастливым, если это все закончится. Тьма ночных кошмарных островов — это причина, почему мистики здесь. Как много гормаков сюда проникли? Должно быть другие гормы-мистики. Невозможно. Джакул не мистик. Мы ничего не слушали. Да все возможно. Почему так трудно понять, что у Гормака есть видение? Гормак — чудовище, и ничего более. Команды говорили об этом. Джакул видит будущее, и этого нельзя отрицать. Гормака видения должны быть осуждены. Вы хотите отправить Гормаков к воссам, показать мистикам ихнюю истинную силу перед нашим врагом? Нет. Джакул принес хаос в ОК. Закончи с ним здесь, аутсайдер. И у меня тут есть выход. Либо казнить его, он должен умереть, убив Джакула. Либо рискнуть, пощадив его. Ну, рискнуть — это, естественно, светлая сторона. Давайте рискнем. Мы должны узнать побольше о видениях Джакула. Неважно, какая цена. Надеюсь, мистики оценят это. Третий уже выдвигается. Поговори с Ларри Кин, Воссом. Я информирую Петок Фра о нашей победе. Удачи! Ладно. Так, отлично.
То есть нам предлагают отправиться куда? Главная цель. Ага. Где-то здесь, короче. Понятно. Так, давайте тогда используем систему быстрого перемещения. Ну, давайте поговорим с Ларики, в принципе. Отправимся сюда. Вроде это здесь. Ларри Кинг. С Ларри Кингом поговорим. Так. И узнаем, что там заведение. Оказывается, мистики не такие уж и уникальные. Да, в принципе, это и сразу было понятно, что джедаи тоже видят будущее. Но эти что-то себя возомнили какими-то прямо провидцами истины. Только вот они видят это, и то, что они видят, именно это и сбудется, это и истина. Оказывается, нет, видите, лидер Гормаков тоже имеет присоединение. Что-то какое-то место, знаете ли, обитель провидцев какой-то, иначе не скажешь. Так. Давайте поднимемся выше. Посмотрим, что там. У нас это что такое? О, объект изучения. ВОЗ. Так. Нормально. Изучили ВОЗов как особей. Смотрите, какое-то место странное довольно-таки-то. Куда это только все ведет? Вот ё-моё. Так, я смогу здесь... Ага, тут стекло. Смотрите, какой-то, знаете ли, городок своего рода. Нормально так. Так, погодите, нам надо спуститься. Нам надо спуститься и поговорить. Ё-моё. Чуть косточки не переломал. Так, поехали. Ларри Кин. Ну, давайте поговорим. Что скажут про это? Чужеземец, ты вернулся. Должно быть, что-то случилось с Воска. Амбассадор Янник покинул свой пост. Я исследовал что-то Гормон Корс. Республика вами гордится. Гормак не может. Оружие не молчит. А, оружие молчит, Гормака. Воска в безопасности. Спасибо вам. А что насчет Джакула? Вы знаете, что король Гормаков испытывает видение? Радоса отправила об этом. А и Джакул был... сбежал с Восса. Джакул не здесь, и он не Восс. Он необходим нам живым. Он видит тоже видение, и он не может быть мертвым. Так, Джакул знает о командовании что-то. Мистики согласятся, Джакул... согласились, Джакул все-таки есть видение. Видение объясняет, почему военные силы Гормака атаковали так хорошо. Джакул использует это все, чтобы уничтожить Воссов. Его видением должно быть положен конец. У вас тоже есть видение? Мистики видят сучи. Мистики видят сучи. Будущее. Только мистики видеть могут. Джакул говорит, что его видения начались после того, как он посетил кошмарные острова. Во всяком случае, что бы там ни было, это случилось там. Войди в кошмарные острова, последуй пути Джакула, уничтожь источник. Я не подведу вас. Не знаю, что там встретил Джакул, но я остановлю это. Должен быть путь. Кошмарные острова — это место тьмы. Там сплошное безумие. Мистики проводили ритуал по защите. Тебе нужно завершить все в порядке, чтобы... ну, ритуал, видимо, все по порядку, чтобы исследовать темное сердце. Так, а что за ритуал мистический? Ты встретишь безумие. Таланди будет тебя вести. Найди его на той стороне. Гормак должен быть подтвержден. Когда ты вернешься. Так. Хорошо. Так, отлично. Говорит, это должно помочь. Куда теперь следующая остановка? Все ясно. Так, теперь у нас как раз там классовое задание и сюжетное. То есть мы отправляемся на кошмарные острова. И нам необходимо использовать телепортацию. Систему быстрого перемещения. Вернемся в предыдущую локацию. И там вроде то ли пещера, то ли что-то такое есть. И нам необходимо, в общем, это все использовать и добраться туда, куда нам нужно. Так, исследовали. Тут
Рынок. Кстати, можно будет проскочить. Тут, я думаю, все нормального уровня. Можно даже, может быть, что-нибудь и приобретем. В принципе. Что это у него? 46 уровня. Опасно с таким уровнем здесь находиться, однако. Так, вот. Корабль летающий. Давай-ка нас. Давай-ка... О, нормально, прям сюда ведет. Нормально так. Полетели. А я-то думал, сейчас там будем пробираться через какие-то пещеры. Оказывается, нет. Датакрон, как всегда, близко, но его не достать. Ладно. О, пещеры. Это что за твари какие-то там? Слизняки какие-то были. Скелеты, монстры. Ужас. Все, исчез. Появился. Так, ой, как лагает. Ой, как лагает. Ой, ужас. Да. Этого восса не предсказали. Что будут такие лаги. Да вообще, путешествие, скажем так, в этой игре всегда сопровождается лагами. Причем дикими. Так, отлично, прибыли. Блин, вывалился просто как кусок говна из истребителя этого. Так. Раз задание, два задания. И тут еще что-то выдает. Давайте сначала в терминале подберем лишнее. Что у нас там? О, нормально. Так, лишнее. Лишнее мы убираем. Так, ну поговорим, Таланде, что скажет он нам про путь Джакула. Я ищу Таланде. Мне нужна защита против кошмарных островов. Ларенки говорил об этом. Ты последуешь пути Гормака. Кошмарные острова находятся внизу Восса. Они содержат много секретов. Нужно войти чистым, светлым, или ты потеряешься в безумии. Что, есть что-нибудь более специфичное? Что там случится, если я зайду туда незащищенным? Воссы забудут, кто ты такой. Они будут считать что-то зверем. Мистические кида созданы, ритуал какой-то. И это единственная защита. Я надеюсь, ты сможешь выжить там. Ты должен закончить ритуал кидас. Но я же не восс. Если ритуал... Сработает ли он на чужеземце? Но он, по крайней мере, должен защитить тебя от безумия. Тебе необходим темный кристалл. На кошмарных островах есть некоторые места, где можно добыть. Там смертельные воронтики водятся. Победи этих зверей и добудь кристаллы. Используй кристаллы, чтобы очиститься от порчи. И это будет ловушкой для тьмы, когда ты будешь там. Что такое за порча? Как это может быть очищено? Порча, она ослепляет, она атакует. Будь быстрым. Когда порча будет очищена, возьми кристалл в руины поблизости. Помести кристалл прежде в древней табличке и помедитируй. И ты получишь какое-то, скажем так, руководство. Тьма больше не будет тебя ранить. Найди кристалл, использовать на испорченном что-то, и пойти к руинам и помедитировать. Да, иди по ритуалу кида, и это только это тебя может спасти. Так, спасибо за вводный инструктаж. Так, а что здесь? Фаза рыцаря джедая. Так, тут у нас о чем речь. Так... У меня есть карта. Это должно помочь найти темное сердце и остановить лорда Фулминиса. У нас есть отряд там, и также есть силы подкрепления Гормака. Ты спас мой отряд, точнее, она говорит. Отвлек на себя силы Гормака. Мы обязаны тебе жизнью. Я делал то, что должен был делать. Я здесь ради одной причины. Остановить лорда Фулминиса от уничтожения Восса. Многие Гормаки пали от твоей руки. Ты величайший воин. Прям как мой муж. Ты напоминаешь мне его? Сильный, мощный. Инструмент воли мистика. Так, что-то в глазах светится сила. Кровавая кожа, сила и необузданная ярость.
Так. Скоро мы отправимся в темное сердце и остановим Фулминиса. Согласна. Нет времени на воспоминания, извиняюсь. На карте указана локация, описанная видениями Валенда. Мы встретимся там с лордом Фулминисом. Темное сердце содержит хищников Акифта. Мы разделимся. Небольшая группа не привлечет внимания. Звучит неплохо. Просто мне скажи, как туда попасть. У меня есть там маркер, я помечу на твоей карте. Встретимся там, Валендас. Все это отследит, скажем так. Нормально. Так. Отлично. То есть у нас и тут, и там. Как бы вот такая ситуация складывается. Там ритуал, тут еще что-то. Ну, давайте глянем, что у нас здесь. Сначала, я думаю, ритуал надо нам завершить, потому что нам необходима защита от темных сил каких-то. Иначе нас поглотит безумие. И будет тут сумасшедший джедай носиться, всех подряд рубить. Придется новый аккаунт заводить. Так. Двигаем, двигаем. Я так полагаю, судя по... Это что еще за нахрен? Че это я открыл? Назад. Так, я карту хотел открыть. Ну да, по всей видимости, это, возможно, одна из последних локаций, где будут задания. Потому что половину надо как-то на империю отделить. Там ведь есть и имперские представители на этой планете. Не будем про это забывать. О, Шреддер. Ух ты, как идет, а. С грохотом таким. Так. Отлично. Почувствуй силу ситхов, сказал лорд Скордж. Лорд Скордж, что ты еще знаете ли, тип? Потравливает нас на темную сторону, а мы нифига не идем, он с этим не согласен и снова потравливает. Но в боевых качествах, я думаю, не стоит сомневаться. В боевых качествах лорда Скорджа. Он чрезвычайно хорош, как в бою, так и в поддержке. Что это такое? Корабль разбитый или что? Ой, согрелись. Так, аккуратно. Ага, давайте-ка поднимемся. Блин, столько ребят этих, тут с ума сойти. Так, я так полагаю, то, что мы ищем, находится где-то... Где-то здесь. Вот. Блин, низкий уровень здоровья. Выходи. Лечи меня, лорд Скордж. Все, попробую подвигаться. Нормально, конечности работают, меч в руках держится. Что за нафиг? Это что сейчас было? Что такое? Ух ты! Зараженные воссы. Как зомби. Так. Да сдохни. Так. И еще раз. Смотрите, а он сам сдох. Вот тебе на. Так, тут какой-то ритуал необходимо нам провести. А вот какой? Это уже будет интересно. Ух ты, сколько тут ребят. Ух ты, какие, а. Убрать его. Обитель темных сил. Так. Отлично. Ах ты. Зараза. Все. Что это такое? Так, ага, я что-то получаю. Кристалл, да? Темный кристалл есть. Использовать кристалл на испорченных воссах. А, хорошо. В принципе, только сначала давайте с этими разберемся. Как тебе? Отлично. Все. На четырех воссах использовать. Так. Вроде нас не спалил. Но мимо этого мы точно не пройдем. Валим, валим, валим его. Отлично. Так. Готов.
Ну и чё? Нет, на вас хрен с два получится. Так, ну ладно. Тогда сначала мы его уберем. Вон воссы стоят. С них и начнем. Так. Все. Где воссы? Во. Так. Во, нормально. Выходили. Видите ли, их как-то таращит просто от этой тьмы. Надо им, короче, помочь. Поглощаем темную, скажем так, сущность, которая их заражает, порчу вот эту вот. И лечим, ребят. Давай, давай. Ё-моё, всё. Так, ну и последний, наверное, где-то там находится, да? Должен, по крайней мере, быть. Чё, нет, что ли? Кого ж я лечить-то буду? Придется дальше двигаться. Может быть, и найдем. Да должен быть кто-то еще. Так, тут мы, в принципе, бегали. Тут ничего. А, во, нормально. Че у него за эффект? Да, зараженный воз. Отлично. И помедитировать возле алтаря. Какого алтаря? Ага, алтарь у нас аж там находится. Так, стойте, мне тогда интересно, а что у нас здесь? А там, походу, нифига ничего нет, да, интересного? Просто так идет сюда, прямо заводит, и ничего здесь нет. Это вот очень интересно, на самом-то деле. Ладно, хорошо. Ну ладно, друзья. Думаю, тогда давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже проводить различную там медитацию, искать вход в ритуальные комнаты, разбираться с лордом Фулминисом. Все это будет в следующей серии. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. Если вам понравилось данное прохождение, то можете поставить пальчик вверх. Обязательно комментируйте. А также не забывайте заходить в группу в ВК, где вы можете задать любой интересующий вопрос по данной игре. Ссылочки снизу в описании под видео. Все, друзья, всем спасибо за внимание, вы самые лучшие. Всем пока.